Всем большой привет, подписчики и интересующиеся природой. На моем огороде обнаружил целую плантацию съедобных и очень вкусных деликатесных грибов капринусов или навозники белые. Первый год я их обнаружил. Вот они растут в крапиве. Навозник белый или капринус белый. Как раз подошла пора их заготовки. Это интересный гриб и съедобный, который большинство не знает и считает за поганку бледную. Это вот такой гриб, который имеет вид колокольчика. Вот я его собранный показываю близко вам. И в результате, когда он уже перезреет, он превращается вот в такую черную кляксу, расплывается и становится некрасивый. А вообще гриб очень вкусный, деликатес во Франции считается. Вот у меня здесь целая плантация их, показываю вам, маленькие, только народившиеся капринусы. Вот они, маленькие. Начинается с таких, и затем в конце вот такое. Я с этой плантации себе хороший ужин приготовлю. Он идет в жареном виде, зажаривается. Он вкуснее, чем шампиньон, более острый, чем шампиньон. Французы предпочитают его шампиньону. Навозник белый или капринус белый. И он совместим с алкоголем, то есть они употребляют его с вином вполне. В отличие от навозника серого, его родственника, тот можно применять как антиалкогольное средство. А капринус белый очень вкусный гриб, и можно даже его заготавливать в жареном виде на зиму. Затем жиром заливаете и зимой потребляете. Навозник белый или капринус белый. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.